В Болгарии лесные пожары вышли из-под контроля. Сильный ветер раздувает пламя. Люди покидают свои дома. Я в ужасе. Все вещи остались в доме. Я взяла все, что смогла. Только документы. Из-за сильной жары многие балканские страны охвачены лесными пожарами. В огне некоторые районы Албании. В Северной Македонии объявлено чрезвычайное положение. Температура в регионе на этой неделе колебалась в пределах 40 градусов. Это озеро в Сербии почти полностью высохло. Метеорологи предупреждают, что аномальная жара, подобная нынешней, значительно усиливается из-за изменений климата. Нехватка воды, вызванная тем, что из-за аномальной жары возникает засуха, а люди используют больше воды. Мы уже видим, что во многих городах Сербии возникают проблемы с водоснабжением. Сильно пострадала и Южная Европа. В Греции на этой неделе ради безопасности людей запрещены работы на улице в часы пиковой жары. Ожидается, что и в Италии столбик термометра достигнет отметки в 45 градусов. В зоне высоких температур оказались также Франция, Испания, Польша и Украина.